Всем привет, дорогие подписчики и зрители канала, с вами снова я, Карбончик, и сегодня мы снова играем в Сегу. По вашим многочисленным просьбам, сегодня мы будем играть в игру под названием Sonic. Одна из культовых игр Сеги, наверное, одна из самых популярных. Возможно, на популярности перебьет ее только Mortal Kombat, и то не факт. Как раз, наверное, Сеги и пошла, вот все эти, пошли все эти мультики, все эти популярности, все эти игры Соника, то есть первым делом. И вот мы сегодня будем играть в первую игру Соника, то есть это одна из первых, даже не одна из первых, а именно самая первая игра, которая вышла на Сеги про Соника. Думаю, многие помнят эту заставку. Ту-ту-ту-ту-ту-ту. До сих пор помню эту музыку. Вот и первое издание, собственно, никакого Optimus, ничего особенного. Сразу идем в бой. Вот они его любимые колечки. Можете оценить графику. Это игра 91-го года, но если так посмотреть, то графика для 91-го года очень неплохая, очень даже. То есть для Sega, для 91-го года графика отличная. В первой части Соника он не может, как скажем, он бегает, во-первых, один, он не может, знаете, зажимаешь низ и начинаешь буксовать, буксовать он здесь тоже не умеет, как эта буксовка не называется, но я точно не знаю. На самом деле игра сложная, я ее, честно сказать, ни разу полностью не проходил, так как здесь всего три жизни, можно зарабатывать, конечно же, Континуум, то есть умер и можешь как бы, в смысле, умер и тебе дается шанс еще раз пройти, как сказать, вам дают еще три жизни, вот так, ну значит, такой континуум, по Сеге многие знают, что такое континуум, то есть три жизни потратил, тебе дается еще раз, так сказать, шанс, получаешь снова три жизни и уже проходишь не с первого раунда, а с того, которого ты, где ты умер. Вот, но эти континуум нужно заслужить, на бонусных уровнях, не заслужишь, три жизни профукал, сразу все, тебе сразу конец. Вот сейчас, например, бонусной жизни, в смысле, бонуса здесь не было. Бонус — это такое колечко, которое крутится как раз-таки в конце миссии. Как видите, здесь никакого колечка большого не крутится. Посмотрим, смогу ли я. Обычно, чтобы получить это колечко, нужно набрать большое количество колечек. Хотя бы 50, примерно, такое количество. Но это нужно все обшаривать. Давайте сейчас попробуем обшарить и набрать большее количество колечек и постараться их не растерять. Может, колечки — это его жизни, но независимо от количества колечек, колечки дают, так сказать, одну жизнь, а после того, как у него ни одного колечка не остается, он умирает. Если он сможет собрать опять колечки, то он, в общем-то, остается жив. И так всегда, то есть, имея колечки, можно сказать, что вы бессмертны. Вот, сейчас я их опять все растирал, молодец. Это ботиночки, которые придают скорость. Они мне нужны для того, чтобы взять в одном местечке жизнь. Конечно, получится. Отлично. Ту-ту-ту. Вот, теперь у меня вместо 3-4 жизни. Это тоже здорово. Все, ботиночки кончились. Ну, хотя бы собрали сверху колечки, то здорово. Идем дальше. Оп. Это бессмертие. С бессмертием вы можете пробегать через любого врага, даже бегать по шипам, но вообще по шипам точно. Вот здесь по шипам он бегать вам не советовал. Лучше пропрыгать, я точно не помню. Хотя, может, и можно, но я не хочу рисковать, честно говоря. Так. Уже привычки, конечно, бегать врагов, но на самом деле враги сейчас ему нипочем. Никакие. Что долбанные рыбки. Ой, блин, а! Вот единственная проблема этой штуки заканчивается она очень резко. То есть не мигает, не предупреждает как-то об этом. Просто берут и заканчивается, и вы можете так бежать по шипам. Опять колечко нет, да что ж такое-то, а? Сегодня что-то не везет нам на бонус совсем-совсем. Что поделать? Без бонусов сегодня. Вот здесь миссия меня очень забавляет, нужно сразу взять эту штучку бессмертную, потому что здесь очень глупо сделано задание, вернее, с начала миссии. То есть вам на вас сразу брут враги, но колечка у вас еще нету. То есть колечки они начали за миссию не расположили, вот только первые колечки. Там до этого были враги, правда, мы как-то миновали, не заметили. Но обычно там в самом начале враги, а колечек нет. То есть у вас один выстрел, вы сразу умрете, сразу жизнь теряете. Поэтому там и поставили после этот вот, как бы, ящичек с бессмертием, как бы, то есть, сказать, пропащили, доработали, я бы сказал так. Доработали свою ошибку. Так, здесь мы возьмем жизнь. Так вот, оп! Тихо-тихо-тихо, перекрутил. Это плохо. Так, ну ничего страшного, сейчас мы заново.
тихо. Ну да что ж такое, перекручиваю постоянно. Чтобы взять жизнь, нужно обязательно быть в режиме вот этого колобочка. То есть не бежать, а именно... Да блин. Вот сейчас я бегу. В таком режиме не смогу взять себе жизнь, только в режиме колечка. В режиме колобочка. Вот так. И... Отлично. Пятая жизнь, здорово. Ту-ту-ту-ту-ту-тум. Ненавижу эти шипы. Я просто ленивый, никогда не люблю их проходить потихонечку, сразу пропрыгиваю быстрее, и в итоге... Вообще, Соник можно даже назвать ранкой. То есть, это, конечно же, не... не... рана... То есть, не направ... игра не направляет... Ой, только не шипы! Они сразу убивают вас, запомните это. То есть, вы сразу теряете колечки и сразу мрете. Сразу, ментально, то есть это тоже непродуманность небольшая идет с этими шипами. Очень большая непродуманность, то есть после того, как вы на них наткнулись, у вас нет такого типа, вы отскочите или вас вы будете мигать, вы сразу умираете с этими шипами. Моментально, то есть даже если у вас будет кольцо. Так, ну у нас есть, мы еще, ну тут такая фишка есть, то что если вы потеряли жизнь, то все равно сверху будет еще одна жизнь. И у вас все равно будет 5 жизней. Да что ж такое? Соня, что ты перелетаешь-то, а? Ты же так вылупился на меня, когда перелетел. Типа, куда ты меня? Да это не я тебя, ты... Ё-моё, что это такое? Сега, ты чего? Ты пьяный, иди домой. Оп! Отлично. То-то-то. И всё равно 5 жизней. Это здорово, конечно. Да что ж такое-то? Больше нам это не нужно ведь. Да чтоб тебе потянуть на те же грабли, а? Ну, ничего страшного. В принципе-то. Правда, континенов мы не набрали ни одного, это вообще очень плохо. Они очень важны, но у нас, если у нас, что я могу поделать, у нас не было дополнительных этих бонусных заданий. Тинг. Пинг. Так, вот здесь надо быть посторожнее, раз там я на тех шипах и сдох. Нужно обязательно достать на эту штучку, на эти качельки. И оп, все. Миссия выполнена. Так. Давайте возьмем эти колечки, правда, сейчас нам толков от них не особо много, но все равно. Если бы я их собирал с самого начала задания, как бы, и у них было определенное количество. Сейчас у нас здесь будет босс, первый босс, а после каждых трех миссий дается этот босс. Не сказать, что он особо сложный, но вспомнить, скажем, босса в Сонике третьем. Это первый Соник, а после шел второй, а потом уже третий, скажем, третий, там босс был бы полегче, я вам скажу. Здесь он как-то... Я после понял эту систему, ее, как его можно убить. Вот. Но раньше это, его, если не понимать, это система, то есть нужно вставать, когда на тебя идет шар, бить его, и потом между шаром и ним пролетать вот как раз, где цепочка там его держит, где цепочка, которая держится шаром. Вот там нужно потом будет пролетать. Вы заметили, что я делал. Запрыгивал, когда шар идет на меня, я прыгаю, ударяю его и падаю. Если эту систему не знать, то вы будете постоянно умирать. А у него всего лишь 5 попыток. 5 попыток и все. Теперь у нас новая зона, Marble Zone. До того был Green Hill зона, а теперь Marble зона. То есть Green Hill зеленая зона, а сейчас у нас будет Marble. Не знаю, как она переводится, да и не хочу знать. Не особо это важно. И никому это не было особо важно когда-либо. Бульк. Это у нас лава, как вы понимаете. Ну и, как вы понимаете, она, конечно же, счастье она не пронесет. Наступил, будет бубошка. Здесь от всего будет бубошка. Здесь мало что вам дает. Ну, секретик небольшой. Кому интересно. Но опять же, вы все это растеряете, скорее всего. В конце вот такие секретики полезны, а сейчас вы, скорее всего, все это растеряете. Бульк. Уинк. Прикольный такой звук. Уинк. Так. Осторожно. Эти штуки, если вас прижмут, то вы не потеряете колечки, сразу сдохнете. Моментально. И не потеряете этот шарик. Вы сразу сдохнете и все. Теряете колечки, шарик и жизнь. Моментально. Эти штуки тоже очень опасны. Эти шипы не столько опасны, то есть, если вы на них врежетесь, вы потеряете только либо шар свой, либо колечки, если у вас нет шара. Вот. Если у вас нет ни колечек, ни шара, то, конечно же, вы потеряете свою жизнь. Уинк. Но вы не думаете, у нас не два шара. Один потеряю, и все. Вы даже подумали, у меня теперь два шарика, и как бы один потерял, один не будет второй. Нет. Но когда вы получаете бессмертие над шариком, то у вас сначала, когда вы потом с бессмертия перестает быть, то шарик у вас остается. Это, конечно же, хорошо.
если, конечно, кто понимает, о чем я. 70 колечек. Если не растерять их, то можно попасть на... на бонусный уровень. Так. Нет, нет, только не лава. Ненавижу лаву. Особенно здесь, почему-то все время на нее насаживаюсь. Далекая, хитрая ступенечка. No! Бунк. Так, что у нас тут? Оп, вот, отлично. Нам набрал много колечек, нам дали бонусный уровень. Так, сейчас посмотрим, что это за бонусный уровень. Тинк. Вот он. То есть нужно максимально большое количество брать колечек. Чем больше их наберется, тем лучше. Но вы сейчас думаете, что может тут сложность-то? Набирай да и набирай. Во-первых, эта штука верса, во-вторых, сейчас пропрыгаю до месяца истины. Так вот, здесь нужно пройти всего лишь в одну секцию. Сейчас вы видите, там что-то мигает, эти красно-синие. Да, вот, вот, все, я продул. Хотя мне нужно было пойти в другую секцию, там еще пособирать, и еще. И вот написано, Рина бонус, я набрал всего 4000. Этого мало, чтобы получить континью. В итоге я даже не получил континью за то, что попал на секретный бонус уровень. То есть, чтобы получить континиум, нужно попасть на секретный бонус уровень и достаточно хотя бы пройти его хотя бы больше, чем наполовину. В Сонике 3, например, если кто играл, вы знаете то, что там идет, хоть и, конечно, сейчас идут спойлеры, потому что мы, скорее всего, будем играть в Sonic 3, но не важно. Кинут спойлеры, что, новинка игры, что ли? Так вот, там, чтобы получить континью, нужно было собрать абсолютно все шарики. Не колечки там были, нет, там по-другому было, шарики, вот. Там нужно было собрать было абсолютно все шарики, в итоге получали алмаз. Вот, и вспомним, конечно, и благодаря этому алмазу получали континью. Возможно, конечно, не все нужно собирать шарики, но обычно в случае, конечно, все. Хотя бывало, когда я набирал не все, а, скажем так, 90% шариков собирал, а потом как-то зафейлился, умирал. Но мне все равно давался континуум. Ну, лучше получить алмаз в третьей части. Там, конечно же, реализован секретный этот бонус уровень, как бы не секретный, это бонус уровень, секретным его не назовешь. Вот, бонус уровень реализован лучше. Это самый первый Соник, тут как бы еще реализация идет, ну... Так сказать, давайте попробуем это. А уже в третьем они уже как бы у нас, скажем так, было то, было не самое лучшее, давайте-ка мы сделаем еще лучше. Ну, это я как бы говорю, как, скорее всего, какой разговор был у разработчиков. Примерный. Вкратце. Там, конечно, все сложнее было, но они, конечно же, так вот, бонус уровень в первой части был совсем не очень хорошо. Здесь не особо хорошо реализованный уровень, потому что управление практически неудобное. То есть в основном вы не понимаете, что нужно делать. То есть, вы понимаете, что нужно собирать колечки еще, ну как управлять тем, что постоянно движется, и как не упасть в эти ямки, не всегда понятно. И это, конечно же, минус. А, да, там бонус. Ой! Так. Ну, не бонус, секретик, вот. Бум, ту-ту-ту-ту, уж стая жизни. Это здорово. Правда, теперь нам придется ехать обратно, а потом ехать обратно в ту сторону, которая нам необходима. Конечно, сейчас я... Блин. Ух ты, какие-то нифига себе, как не повезло. Обычно хрен так приземлишься-то. Так, зеленый кубик. Все равно мне эта очень нравится, хоть она и первые Соников, и тут есть, конечно, некоторые недоработки, но игра вообще отличная. Одна из лучших из Сеги. Не зря она, так сказать, осталась в сердцах многих подростков и уже даже, наверное, дяденек и тетенек, потому что все-таки Сега эта штука очень... ну, не очень, но, наверное, уже ей лет 20-то есть, я думаю. Какой лет 20? Больше, наверное, уж... 20 лет-то ей уж давно было. Она на каком? Она на каком? В 90-каком-то году она была. Хотя нет, тоже действительно. Да, 20 лет точно Сеги есть. Она была даже не в 90-каком, возможно, в 90-й год, а может даже 89. Я не знаю точно каком, не буду вам брать, но смотрите Википедию, кому интересно посмотрит, я не посмотрел, так сказать, не подготовился. Но Сега точно уже есть 20 лет. Так что я думаю, что многие игроки, кто запечатлил Сегу в своей жизни,
уже, наверное, не маленькие дети. Однако, я думаю, что Sonic засел многих, в душах многих людей. Что, седьмую жизнь что получил? За что? Нифига себе, круто, это очень, здорово, конечно, но за что, я не понимаю. Наверное, за очки, за 100 очков. За 100 колечек, наверное. Слушайте, 100 колечек дает разве жизнь? Я не знал. И я, вернее, никак не знал, не помнил об этом. Я редко набирал 100 колечек. Это вообще здорово. Я теперь буду стремиться 100 колечек набирать. Вообще круто. 7 жизней, это вообще здорово. Оп, тлинк. Оп, на бессмертие. Идем по лаве, лава нам нипочем. Ту-ру-ту-ту-дум. Лава нам нипочем. Так. Давай быстрее, быстрее, пока у меня звездочки не кончились. Все. Лафа кончилась. Вернулась обычная музыка. Опа! Попал! Теперь вторая. Второй бонус уровень. Если вы не прошли первый, не знаю, что вы снова окажетесь на первом. Теперь уже не вернуть то, что мы потеряли. Будем уже на втором бонус уровне. Поехали. Блинк. Чё за лаги, мать ваша? Не понял. Но это... нет, это Sega. Я уж думал, что у меня Genesis лагает. Я уж даже не поверил. Ну, в смысле, не эмулятор Sega. Нет, это такой уровень, похоже, да, специальный. Наверное. Точно. Понятия не имею, что это за бред. Почему оно лагает? Притом жестко лагает. Даже не кажется, что мне это происходит... Нет, блин! Нет, она специально, похоже, лагала. А может, не специально. Долбанный старт. Все. Лагов больше не будет. Это из-за старта. Я что-то, что лагает-то? У меня опять на джойстике начал зажиматься старт постоянно, и поэтому такая фигня происходила. Блин, а если бы знал, то, наверное, может, и получил бы больше очков. Зафейлился, что поделать. Тихо. Я говорю, очень непонятный бонус уровень, там, не поймешь, как вообще выкручиваться. Но сейчас, конечно же, еще было, многое было виновата в том, что виновата был мой джойстик. Хотя для себя то джойстик, то Genesis. Вроде у меня в обычных играх, то есть когда играю, скажем, какие-нибудь гоночки на джойстике или еще что-то, у меня такой параш не происходит. Тихо, сейчас нам будет бубошечки, если я залезу. Я говорил, штука убивает вас сразу. Нет, не бейте меня. Пиу-пиу-пиу-пиу-пиу-пиу. Почему я уничтожил все, а не, скажем, три, вот, которые, скажем, одну полоску, а все. Так, что у вас там есть? В любом случае, там есть. Что не было, я лоханулся. Это был фейл. Блин, а тут как? А как тут-то? А тут как? Эй, это не смешно, ребят? Слушайте, а как тут? Ух ты, у меня получилось, здорово. Правда, не понял, как я и сделал. Но я, правда, сейчас сократил расстояние. То есть, как расстояние? Я сейчас сократил путь немножко. Если бы я пошел другим путем, он был бы длиннее. Но он был бы основный. Возможно, нужно было мне идти по основному, чтобы показать вам основной, но я вам показал короткий путь. Так, осторожно. Опля! Оп, оп, оп. Пяу, по башке тебе, засранка. Тихо, только не туда. Уфью. Уай! Мое колечко. Что ты там рот свой раскрываешь? Так, идем дальше. Так, тут нужно быть поосторожнее, ждем. И оп, встал. Тихонько. Оп, перешел. И еще раз. И хватит. Так, тихо. Так. Тлинк. Уэнк. Мне знакомы все эти звуки Sega, конечно. Так. Пау-пау-пау-пау. Здорово. Ну-ка, пропусти Соника. Вверх.
Ай, ай, мой шарик. А, вон еще один. Все, мы живы. Мы живы, здоровы, здорово. Оп. Нужно вовремя запрыгнуть, такая штука бьет до дна. Нет, не до дна. Опять себя обнял чушь. Бомбик. Ау! Бич, ты, по-моему, бьет до дна. Должна, по крайней мере, дать, бьет до дна. А, мои колечки! Ноу, ноу! Не будет, у меня сейчас не будет ни одного колечка, черт, я сейчас как уязвим-то, елы-палы. О, ноу, я сейчас убру чувствуется. Дайте мне... Есть там колечки. А, мне полегчало. Оп, пофиг, собачка, я не знаю, кто это такой, то ли это, по-моему, птичка какая-то, какой-то птенец. Так вот этому птенцу вообще похер на лаву. Он такой, я домой, и все, и хочет свалить по лаве. Они вообще похеристы полные. Ай-ай-ай, мои колечки, колечки мои. Мои колечки. А тут как, блин. Вот ложа. Хыть. Ай, мое колечко. Выйди на крылечко. Ой, сейчас молчу, потому что я сконцентрирован. Буду болтать, продую. Ой. А, да. Ой. А-а-а! Перебор. Лавы перебор. Давай, разгон, разгон. Да ноу, ноу, мое колечко! Нет! Воу! Ноу! У нас был шесть сохранений, это с самого начала херачить нет, было сохранение. Ну вот, минус жизни. Чудесно, блин. Я разочарован, я опечален. Жутко опечален. Без колечка вообще так печально. Что ж, в этот раз будем более сконцентрированные. Ну-ка. Зачесалась коленочка, блин. Тут что-нибудь зачешется, и все, что я продул. Ау, ноу. Бич. Блин, тебе придется вот так вот. Да, Мяу. А, ну да. Так, ждем-с, ить, вот так. А, последнюю не добил. И всегда так. Так, осторожно сюда. Мяу. А, страшно же. Сейчас мы здесь с колечками, да еще и с защитным шариком. А до этого мы были без колечки, без защитного шарика, это было печально. Блин, целую жизнь просрали, ведь она нам очень нужна была. Сейчас бы набрать эту колечко, но это уже вряд ли получится. Давай, осторожно, Соник. Ау. Так, защитного колечка у вас теперь уже нет, как вы понимаете. 43. Ой, ой! Все, нам не набрать сотню уже. Все, это уже точно. Хоть бы выжить. Вот что-то сейчас уже хардкор пошел, реальный хардкор. А-а-а! Майна колечко. Ай, так, тихо, 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 ждем, не торопимся. Тудунг. Сейчас, наверное, босс будет у нас какой-то. Я, правда, не помню, какой. Блин. Печально. Так, что у него сейчас будет за оружие? О, ноу. Да эту-то. О, легко. Как два пальца об асфальт. Проваливай отсюда, неудачник. Зайцы на свободе! Ну, и белочки, и зайцы, и не знаю, кто-то такие. Ну, белочки, точно белочки, а вот белые, не знаю.
Ну, это братаны мои, короче. Кореша. Спринг Ярд Зоны. Здесь у нас есть раки, так что это еще отсылка к игре Дота. Ну что ж такое-то? Нужно как-то по-другому, наверное. Сейчас. Это в этом месте очень давно не было, это место давно не проходил. Похоже, вы меня стимулируете, ребят, вы мне помогаете проходить за Соника, потому что я в этом месте очень давно не был. Сложное место. Ау, пэум, пэум. Так. Ау, прям в щи мне. Это, наверное, больно, кстати. Не знаю, но Соник, правда, не жалуется, но это, наверное, больно все-таки. Ау! Да иди ты сюда, иди сюда! Колечки вы мои тратите, сволочи. Эдакие. Оп. Не, о, что это такое? Кто это был? Я правда не знаю, кто это был. Вы, наверное, думаете, сейчас создаю атмосферу того, типа, я нифига не знаю, кто это. Нет, я правда не знаю, кто это. Блин. Ладно, пошли дальше. Вау! Да чтоб тебе, ноль колечек. Это вообще плохо, очень плохо, очень плохо. А, раки! Ух ты! Спринг Ярд Зона. Это очень сложная зона, правда, поверьте мне. Это не так просто. Блин, только не это! Не такой момент. Ну, как вы понимаете, опять экран потух. Я забываю немножко двигаться тогда мышкой, чтобы он не тух, зараза. Страшно же, ёлы-палы. Итого у нас осталось 5 соников. 5 соников, это не так много. Посмотрим, что у нас там сверху есть интересного. По крайней мере, я чувствую себя безопаснее почему-то. Ну, пока верно, тут нет противников. Тихо. Да, блин. Наверное, лучше отсюда. Неважно. Уи, ля-лям. Отлично. Здесь я, правда, чувствую себя безопаснее. Пэнк. Вау. Ах ты. Ладно, не выражаться, не выражаться. Все и так хочется выразиться. Пэм. Вы же пошутили, правда? Нет, давай, запрыгивай вверх, быстрее, быстрее запрыгивай эту штуку. И как? Стой, вверх, без кольца, кольцо. Хардкор. А, вот это встать надо точно. Ну ладно, это еще не такой хардкор. Давайте побольше соберем колечек, так сказать, на будущее. Правда, сотни мы тут уже бестолково стремиться. Нереально практически. Рачевский, так. Так, что-то было хорошее. Пэум. Прошел. Правда, конечно, без бонуса, но тут хоть так. Sonic Has Passed. Я, честно говоря, даже не знаю, может, вдруг это последние 3 раунда, но я в этом не уверен. Игра должна быть все-таки подлиннее. Наверное, после этого Spring Yard зоны будет еще, наверное, зона какие-нибудь. То есть, конечно, лучше так не запускаться. Могут быть противники, на которых он отнется. Ай! Нет. Вот эти раки.
Ау, ноу. Майн колечки. Давай. Отлично, молодец. Там писюн был в виде колечек. Черт. Черт, ой, запрыгивай. Молодец. Черт, как я заорал. Эта игра и правда в меня немного. Одно кольцо, это же просто жесть. Это же просто вообще недостаточно для выживания. Это нет ничто для выживания. Надеюсь, я все правильно сделал. Блин, надо было наверх! Твою ж мать, а! Вот это фейло. Нафига я это сделал? К сожалению, здесь я не знаю, где могут находиться секретики, иначе бы я сейчас, может, еще пару жизней не собрал бы. Но я не знаю, где на этих картах могут быть секретики, потому что я сюда редко доходил. Если, конечно, в идеале сейчас нужно нам сохраниться, конечно, но черт. Сохранение — это не для Сеги, это не по-хардкорному. Пэм. О, может, тут секрет будет? Это какой-то. Бим-б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 им
всю башку себе отбил. Это вот шишка теперь у тебя, Соник. Так. Да что ж такое? Уйди отсюда, дай мне прыгнуть. The best. Так. Да чтоб вас! Да чтоб вас! Мяу! У меня 55 колечко, это, блин, нормально. Но их, скорее всего, растеряю, это будет так печально. Тихо, не беги, Соник, не торопись особо. Уть! О, да. Принг. Принг. Что у нас тут? А-а-а! Не хочу вниз. Нужно собрать как больше, можно больше колечек. Что это был за звук? Это был хороший звук. Это был хороший звук, поверьте мне. Почему я говорю, что это зона, что это немного не очень хорошо реализовано, этот вот, скажем, как его, этот бонусный уровень, потому что мы здесь мало управляем Соником. На самом деле здесь можно практически не управлять, он сам будет падать в разные стороны, собирать, что ему необходимо. Правда, здесь, конечно же, нет. Оп, вылез. Черт. Но правда, континуум мы должны сейчас получить. О, континуум будет. Аллилуйя. Может, даже сегодня всю игру пройдем. Если нам повезет, конечно. Ах ты няшный маленький Соник. Глазастик. Здесь сейчас, конечно же, будет босс на третьем левеле. Не знаю, пройду ли я его, нет. Думаю, что нет. К сожалению. Нет, босс-то я пройду, наверное. Но он будет сложненький, я думаю. Что-то будет сложное. Так, тихо. Босс должны быть сложные. Тихо, давай вверх. Ну, хер с тобой, не хочешь, не надо. Ай! Черт, ну наверх или вниз? Ну, неважно, проверим. Давай сначала вверх сходим, что ли. Хотя бывает внизу, бывает более няшно, чем вверху, потому что внизу обычно могут быть какие-нибудь секретики. Блин. Тут нет ни хера, конечно. О, что-то там есть. И все. Не, ну это вообще туфта, конечно.
Тихо, не лазь туда. Прижмет. Спасибо. Что открылось? Ой! Вверх! 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 Твою мать! Вот так. Тихо! Ой! Как я только, блин, не растерял ни одного кольца. Пожалуйста. Накаркал. Так, не знаю, куда нам лучше, но пойдемте-ка лучше вверх. Что-то там внизу тоже прикольное, кстати. Осторожно. Потихоньку. Оп. Оп. Раки. Вау. Их убивать-то, ё-ма. Может, просто их на регалиру приходится? А-а-а! Сволочь. Так, сейчас будет босс, да? Нет. Пока что нет. Их нифига себе пролетело. Даже Соник из виду потерял. Разбег. Да что ж такое? Да хватит что биться-то, ну ё-ма. У тебя уж всё болит, мне кажется, Соник. Опять экран потух. Экран потух. Здесь он у вас не тухнет в такие моменты. А может и тухнет, кстати. Так, тихо. Бульк, это что такое? Это что-то мне... О, ноу! Нужно успеть, походу. Нужно успеть до того конца, иначе она закроется, да? Да. Я успел. Что ж такое-то? Влазь. Пэу. Ух ты, что там было? Ясно, бессмертие. Так, осторожно. Просто сейчас мы, конечно, тратим штуку впустую, ну ладно. Пофиг. 75 колечек. Еще 15, я... Нет, 25 еще. Блин. Блин, я же не сохранился там нифига. Ау! Вот черт. Я же там нихера не сохранился, это же плохо. Черт, это вообще плохо, что я там не сохранился. Ай! Ух ты, черт! Вот этого я и не ожидал. Неужели это начало? Нет, это начало. Пофиг, пойдем по низу, короче. Блин, я этого даже не ожидал! Пойдем по низу, блин. Один раз проду свою... Я уже две жизни проду по глупости, и по третье! Вот сейчас, наверное, вы угораете, сидите. Я представляю, как вам сейчас смешно. Я не специально, честно, не специально. Так, все, стоп. Хватит. Это надо было столько жизни собирать, так кропотливо и столько потратить именно здесь. Надо было сохраниться, правда, а? Знал бы, что будет такой фейл, я бы сохранился. Сколько сейчас жизни потратил? Было 5, осталось на 4 жизни. Потратил вообще просто по глупости. По своей тупости. Блин, так жалко эти жизни, честно говоря. Это жесткий фейл, я вам скажу. Так, посмотрим, так ли он заскрипт, что он будет собирать все те, которые собирал до этого. Или он, возможно, будет собирать новенькие. Вау! Ну,
когда континуум, конечно, ты начинаешь сначала все следовать, вам это интересно. Вот, я уже очень сильно расстроен, немножко взбешен, поэтому... Босс сказал сложнее, чем я думал. Правда, не так уж и сложность, так подумать, ничего особенного, ведь сконцентрироваться, не торопиться. Главное вообще не торопиться. Но Карабончик так не умеет. Карабончик у нас торопыга жесткая. Карабончик не может не торопиться, он все время торопится. Как будто там прям сейчас, не знаю, молоко убежит, ё-моё. Но он торопится всегда, типа, ай, не успей. В итоге вот так вот происходит. Что поделать? Фига я тороплюсь. Сам же себя вылезать начинаю. Блин. Так. А, раки. Да я ненавижу. Пошел нахер отсюда. А-а-а! Сюда, чмошник, вот так тебе по щам, башкой. Оп. Оп. Ну, вверх. Такой няшник смотрит вверх. Такой забавный. Так, Соня, все, хватит. Да ё-моё! Стой! Блин. Ух ты, какой бестолочь такая, а? Ну-ка, да что ж такое-то, а? Застряли! Ай! Бедный Соник, а. Да. Вы, наверное, думаете, почему я не могу так нормально оттолкнуться от этих шариков? Я вам скажу, эти шарики, которые я ударяюсь, они неуправляемые абсолютно. То есть он от них вылетает в хаотичном направлении. Так, быстрее. Тихо. Быстрее. Вверх. Пойдет. Хорош. Вот вам. Насранцы. Поднимай меня вверх. И вот так вот. Вот сюда. Тихо, ждем. Ну, верни меня обратно. Хоть. Пеу. Блин. У меня даже две вот эти штуки, которые... Ай! Запрыгнет ты, ёлы-палы! Мне кажется, две эти штуки кажутся более безопасными, чем одна, но быстро крутящаяся. Больше она быстро крутится. Две это, мне кажется, безопаснее. Так, вниз. Вниз. Еще вниз. И не знаю, что еще сказать немного. Давай. Вот так. Ну-ка. Осторожно, ёлы-палы. Ты же Соник, ё-моё. Так, ты возьмём бессмертие, правда, если на кой, но уберём. Наверное, можно по одну пробежать, но я проверять не хочу больше. Я уже заколебало проверять. Проверим. Блин, проверил. Зашибись. Здорово, класс, ура! Вот знаете, чуть больше всего раздражает то, что колечки. Вот где я возьму колечко, а? Просто брать отсюда. Блин, столько жизни растерял. Здесь это было последнее место, потому что если не последнее, то я не прошел игру, считай. Ну и не обязательно ее проходить, но мне главное, что мы посмотрели на нежного Соника, на практически, наверное, на половину миссии в Сонике точно посмотрели, на их принцип действия. Вообще-то, я думаю, что сегодня здорово поиграли, даже если мы не пройдем всю игру, нечего отчаиваться. Мы... как что его... Ну, улица Ярости, короче, тоже мы не прошли. Стрит оф Рага. Среду фрейших, как меня поправил.
Один парень, он был прав. Street of Rage. Но мне было все равно, потому что я не знаю английского, мне как-то не больно важно это. Так. Да! Черт, тут засранец. Теперь без кольца. Чудно. Сюда, только не сюда. Не втыкай сюда свой пипиндер. А что сейчас, если я не смогу достаточно много ударить его, и в итоге он заберет все мои... Тихо, встанем сюда. Все места, где я сейчас стою. Слышишь, он возьмет и сломает два места по бокам. Ой! А мне потом прыгать будет как? Как я потом буду перемещаться, я вот не понимаю тоже. Это было жестоко, конечно, издевательство. Самое, что печально, что потом эта бесконечная штука, она закончится, когда я дойду до босса. По этим вот ступенечкам херовым, блин. Нафига такой тропинку до босса сделали сложный, да я не понимаю, зачем вы это сделали? Я знаю, чтобы помучить бедных игроков. Вот, она закончилась. Гениально, блин. Сейчас он так вот в итоге, он, скажем, оставит здесь одну и здесь одну. Как я буду перемещаться, ты мне объясните. Лучше, конечно, делать по два ему удар, но по два удара можно упасть в эту яму, которую он сам же и создал. Своим писюном. Блин. А Зиндар-то плохо. Встанем на угловую, она все равно не особо нужна. Так, теперь встанем на ту угловую, потому что она тоже не особо нужна. Блин. Я просто потом не отпрыгнул, вот и все. Потом я и ушел. Я что, не отпрыгнул? Я об этом не подумал сразу. Когда он будет пипиндер все вставлять, я же не отпрыгну. Черт. Черт! Черт! Мать твою! Это конец. Это конец. Я не знаю, был последний босс или не последний, но мне конец. Все. Все, ребята. Все, закрываемся. Ну что ж, друзья. Если вам понравилось, то, конечно же, подписывайтесь, ставьте лайки. Сегодня нам Соника опять не удалось пройти. Но я думаю, что вы понимаете, что сеговские игрушки очень сложные, их очень сложно проходить. Так вот, так что, всем пока, до новых встреч в следующих летсплеях. Возможно, это будет Самп, Скайрим, или снова Сега, я не знаю. Но всем пока, до новых встреч.